Здравствуйте. Земля прогрелась. Ну-ка, я посуду я много, ну ой, для чего? Управимся. Сейчас. Потерял точку. Земля прогрелась, сосек лопаты. По ночам небольшой минус. Можно ли высаживать саженцы? Или подождать плюсовую температуру по ночам? Высаживайте. Если это нормальный саженец, ни черта с ним не случится. Даже если по ночам будет минус. Еще несколько градусов минуса, чтобы угробили саженец, тогда сразу выбрасывайте, если сомневаетесь. Как можно раньше. Каждый день дорог. Как можно быстрее, чтобы появились листики, чтобы быстрее сон это. Вегетационный период, это же для наших деревьев, вернее, которые мы садим в России. Не хватает месяца-двух. Отсюда массовая гибель. Кто об этом знает? Кто об этом рассказывает по телевизору? Пусть по этому, по региональному. Как в каждой области есть телевидение. Вот. Иногда показывают сенсационно. Вот у тебя кто-то вырастил там абрикос или что. А то, что рядом тысячи погибло, про это ни слова. И не знают об этом. И ураганы тысячами деревья падают, потому что у них корни искусственные, потому что у них штамбы, которых не должно быть. Нижними скелетными ветками деревья должны сами себя от ураганных ветров упираться в них, когда они должны упасть. Это известно. Вот. Каждый день дорог. Осень приходит, не вызрели почки, все. Замерзнут, чертовой матери. При минус 20 замерзнут. Ой, зимы не было, а дерево мертвое. Каждый день дорог. Высаживайте как можно раньше. И мне вроде убедительно говорю. Вот, а кто меня слышит? 20 человек. Нет, потом до 500 дойдет через, нет, через месяц. Все равно мало. Так, Алексей Кудым... А, Игорь Сафин. С праздником. Алексей Кудымкар. Здравствуйте, с праздником. Валерий Косинович проверял. Стратифицированные косточки семена получены, ну-ка, 29-го. Три косточки Серафима раскрылись, посадил в торфяные горшочки, результат посмотрим позже. А вопросов у нас мало, думаю, не надо огорчаться. Придет время, все изменится. Да я это слышу уже, знаете сколько, последние 10 лет, когда все стало хуже, не лучше. 10 лет назад меня вся страна знала. На тот момент 300 публикаций по газетам, журналам. А сейчас что? Будем учиться у вас и учить других, как правильно сажать, выращивать. Нужно создать сообщество садоводов, пожалуй, в WhatsApp для общения и знать в своем регионе. Вот оно. Внимание. WhatsApp. Садоводство пожалуйста. Внимание, видите? Вот здесь вот и поздравления есть, как видите. Мало того, иногда про меня забывают, из-за того интересно. А что скажет, помните, как классика? Помните это, говорят ума? А что скажет Мария Алексеевна? А что скажет Валерий Константинович? Про меня забывают, споры такие, иногда доходит до этого. Чуть ли не за ругань. Из-за того интересно. Пожалуйста, общайтесь между собой. Иногда, когда я вижу, я редко вмешиваюсь. Уже как бы подсказываю. Ну, чтобы немножко, чтобы какие-то границы должны быть. Вот она. И посмотрите, какие прекрасные результаты у Оксаны. Видите? Посмотрите. Чудо, да, Оксана? Привет. Вот. И вопрос. Есть ли возможность высаживать немедленно? Если есть возможность, это не я. Это из Сырской области. Некто, а непонятная фамилия. Высаживайте немедленно в грунт. Правильно, если есть возможность. А я еще добавляю, ну почему землю пожалели? Вот полся длинный, хлипкий штамп, про всем я борюсь. Ну почему опять землю пожалели? Вот так вот. Ну ладно, это просто, я что имел в виду? Что я имел в виду? Я имел в виду, что у нас такое создано. Вы просто не знаете, так получается. А как же вы вообще знаете? Я не знаю. Вот. Так что в WhatsApp сообщество есть. Создал не я, а мои друзья. Николай, здравия всем. Виноградов, здравия всех с праздником. Спасибо, Аня, это самое. Алексей Геннадьевич. Так, добрый день. Валерий Константинович, каждый год на абрикосах засыхают и отводятся цветочные почки. Остается живых мало. Так, это нормально. Вы скажете, как железо? С дуба рухнул. Как это нормально, когда без урожая?
Еще раз говорю. Один, два, три, пять абрикосов, чтобы иметь урожай, мало, мало. Должно быть 10, 20, 30. И в разное время, я же как добился? С Канады, пожалуйста. Вот. С Франции, пожалуйста. С Хабаровска, пожалуйста. С Китая, пожалуйста. Вот. С Украины, пожалуйста. Ну, что вы хотите? У них все в разных условиях росли. У них каждый свой срок созревания у цветов. Я каждый год сражаю. Еще раз, не жалейте, выпишите. Еще скажу. Ребята, вот я правда скажу, и ни одному такого заказа не поступит. Я уже проверял на вас. Вот. Но все равно, а вдруг? Итак, у меня еще есть рецирование. Они сходят хорошо. Большинство. Многие уже головная боль, куда рассаживать. Уже проснулись. Слушайте сюда. Я сегодня мужику последнему говорил, но от него так пока заказ, я сейчас проверял, так деньги не пришли. Вот, потому что он в сомнении. Я говорю, ну, 100 косточек, делаю скидку, я ему говорю, за это. Сейчас он еще сильнее, но на момент разговора скидка была 20%. Я говорю, 100 косточек за 2000, на Новый год уходит 20 тысяч нормальному человеку на пицца. Извините за выражение. У нас каждый праздник это пьянки, вы все не знаете. А есть 2000. И получается 100 косточек. 50-80 саженцев прошло в рост. Получилось сад из 50 деревьев. Это получается каждое дерево 20-30 рублей стоит. Заметьте. Ну, дешевле, чем мы. Зажигалка, говорят, самая дешевая у нас 30. Дешевле зажигалки. И вот они растут лес из абрикоса. 50, а у них 90. Вот это все за 2000 рублей. И главное, куда потом девать? Любовница подарила. А как же любовница? Тоже надо. Жене это самое сказал. Теперь у нас всегда будут абрикосы. Значит, друзьям захотел помириться с врагом. И ему взял другу, не друга, а какого-то с кем дикой ссоре. А вот тебе абрикос. И у вас теперь лучший друг. Вы знаете, как это? Никто никогда не знает, что такое психология. Почему школы не проходят? Почему у меня всегда в кармане коробки 7 рублей? Прекрасная, вкусная. Я могу показать небольшие шоколадки. Причем во рту 7 рублей. Вот, коробка из 30 штук стоит 7,3, 200 рублей. И у меня всегда карман. Я захожу в магазин. Вот. Только поговорю. Я встречаю на улице. Подумаю, я всегда даю. А они радуются, как дети, 7 рублей. Понимаете? И нету у меня врагов, нету. А стоит это копейки, настоящие гроши. А теперь представьте себе, вы саженцы вроде, куда вам столько? Подарите человеку, а он вас, знаете как, именно саженец, я же не беру шоколадку. Именно саженец подарите. Все, нет у вас больше врага. Ну, я от души говорю. Итак, вы пишите, живых мало. Будет у вас 20-30, а если лучше бы, как вот если вновь заказываете. Ну вот как получилось, что не всегда. 20 человек выслал эти каталоги, и ни один не сделал заказ. Это мне всю зиму заказывали, знаете, по какой цене? Персики по 100 рублей косточка, и они кончились. Вот. Абрикосы 25, сливы 20. С одной стороны дешево, а с другой стороны они цены не имеют. А сейчас 10 рублей за десятку их продать не могу. Вот. Ну, что такое сотню штук? Я вот этого понять. Как за один год раз сад заложен 100%. Причем гарантирую. Ну, самые не это, кто совсем не это, без руки. Все равно 30 деревьев, а через 5 лет 30 деревьев займут эти 10 соток. Вы никуда девать, у вас проблема будет. И все равно я от души говорю, все равно это я говорю напрасно. Свинин, привет. Винограду, плюс 27. Да, нормально. В Сызрани. Вот, Ольга Александровна. Здравствуйте, я красивость. Объясните, почему нельзя раскладывать навоз под яблоком. Кто сказал, что нельзя? Кто сказал, что нельзя? Это вы не у меня вы никакой не могли прочитать. Обижайте, я же сколько показал фильм. Только давайте считать, что такое навоз. Есть навоз молодой, пока еще вонючий, лучше бы он полежал. Почему? Контакт
нельзя. Я все время это. Вот на что я не люблю этого профессионального хозяйства, сколько там из-за этой рекламы дури, сколько придумано, сколько уничтожили люди, миллионы деревьев, благодаря самому популярному журналу. Но в нем же я прочитал, совхоз такой-то заложил сад, вот, положив эти. И вот надо было, написали, не говорили плохо или хорошо ли, но был заложен перегной, не навоз, навоз это свежий перегной, это еще не навоз. И у них погиб сад. А у меня застряло, говорю, у меня одного. А потом начали белорусы брать огромные деньги под сады, под будущее. Должны были рассчитаться потом, то ли урожаем, то ли чем, вот. И у них сады мертвые, 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 мертвые. Они, может, туда действительно навоз ложат до сих пор. Даже перегной опасен, старый навоз. Другое дело, что, ну, отступили 1,5-2 метра от дерева. Навоз девать некуда. Я вам показывал, но там его столько было, его было примерно 50 раз больше, чем требуется дерево. Они прямо окружили, а в следующем вот эта яма, где все получилось, своеобразная чаша, и все гниет. Это понятно. Неправильно. Но вы посадили на холм, отступили 2 метра. Взяли, вокруг рассыпали, пусть навоз, пусть. Постепенно перегниет, он пока никому не мешает, он как бы лишний. Пройдут годы, корни к нему подтянутся. Дерево будет расти, саженец. И через 1,5-2 метра он доберется до вашего уже перегноя. Есть возможность. Вот черт с ним навоз. Ну, конечно, не совсем такой вонючий, который по-другому называется, извините, или второе название дерьмо. Пусть хотя бы несколько лет, который пролежал. То есть, можно говорить перегной, а можно говорить старый навоз. Вот так, если говорить, то почему нет? Так. Олег Костинович, ну-ка, ну-ка, это что-то кому-то не понравилось. Звук дублируется, надо включить, нажав на динамик. Смотрю на ютубе, рассылка не пришла, чтобы зайти в комнату уже пару месяцев. Так, я не знаю, что мне надо делать, нажав на динамик. Надо отключить динамик, куда тут нажать. Есть какая-то кнопка. Ничего не нажимается. Я звук чуть поубавлю тогда просто. Жалко, если кому-то все испорчено. Так. Ладно, что делать, такой я специалист. Так. Оксана Кулакова, наверное, это последнее письмо. Доброго времени, Олег Костинович, у меня торфяные горшочки доверха. Поставлю пластиковые стаканы, так как торфяные горшочки сильно пересыхают. И часть самая первая посадила в разрезанных стаканах. Первая, потом края раздвину. И высушу остальные, все по торфяным садил. Ну, значит, мы только это... Саму идею вы поняли, ребята. Всегда, когда остается вот столько места, вынужден саженец тянуться туда вверх. Вот, и это очень плохо. Но Александр понимает, что надо делать. Прекрасно разбирается. То есть, этот упрек не мне, а просто как учебный совет. Бывало так, вот стакан, да, половину... Почему? Может быть, потому что покупают землю зимой, она дорогая. Пол стаканчика заполнили, косточка растет, а потом такая блинка лезет из стакана. А стакан может быть полон. Ну, с Оксаной мы поняли друг друга. Так, ну что, мы закончили, друзья. Мы закончили. Заказать семена в каталоге. О, он еще 21-й год. Вы все равно заказывайте. Пусть сейчас 23-й. Так, ну что, расстаемся, посмотрим. Многие, надеюсь, потом записи увидят все-таки. Из тех, кого нет среди нас, надеюсь. Те, кто не получил рассылку. Да и Новый год, я сейчас включаю телевизор, там одни кинокомедии, а там Иван Васильевич меняет профессию. Ну, что интереснее, нудный железо или Иван Васильевич? Вот, и великолепный этот самый, Господи, его память уже. Да их там все великолепные. Яковлев великолепный. И этот. О, все. Старею, нельзя мне эту тему говорить. Вот. Классиков забываю. До свидания, друзья. Я с вами расстаюсь. Кому праздновать, кому спокойной ночи.
до следующего понедельника. Еще раз. Как говорили, были страшные времена, страшные эти времена, когда люди полностью обнищали, когда опустели театры. И тогда родилась пословица. Есть не пословица, а наоборот данность. Если в театре пришло хотя бы три человека, должен состояться спектакль. И 50 или 100 человек коллектива ради трех человек проводили спектакль. Это пример, чтобы мы не опускали руки. Вот. И хотя нас действительно меньше становится, а не больше. Надо продержаться, пока наши придут. Науку, науку прежде всего. До свидания, друзья.